сентябре 2013 года в Нижнем Тагиле прошел закрытый показ военной техники. На нем руководству страны была представлена последняя разработка – тяжелый боевой трансформер «Армата». Это секретная боевая машина, и пока мы не можем вам ее показать. «Армат» — это совершенно новая, секретная разработка российских конструкторов. По своей должности я, конечно, знаю, о чем идет речь. Я сам был в кабине этого танка, который проходит государственные испытания. Поэтому, поверьте мне, «Армата» — это настоящий прорыв в танкостроении. На сегодняшний день такого танка нет ни у кого, ни у американцев, ни у европейцев. Эта боевая машина 21 века будет впервые показана в 2015 году во время парада на нашей Красной площади.